на проект решения, связанное с изменением состава административной комиссии, поступило замечание прокурора. Кроме этого, поступило информационное письмо, которое разъясняет нам, что с 18 мая 2023 года законом Красноярского края номер 5805 внесены изменения в статью 2 закона, определяющую порядок создания административных комиссий муниципальных образований. В связи с тем, что изменилось законодательство, изменен порядок. И вот сегодняшний проект решения об отмене решения Назарского городского совета. Вам слово, Дмитриевич. Добрый день, уважаемые присутствующие. На ваш суд предоставляется проект решения об отмене решения Назарского городского совета 30.11.22 о создании административной комиссии. Тут Владимировна уже озвучила, что 18.05.23 года законом Красноярского края 1005 внесли изменения в статью номер 2 административных комиссий, определяющий порядок создания административных комиссий в муниципальных образованиях. Предлагается отменить решение Назаровского городского совета 30.11.22.3-10 о создании административной комиссии, признать утратившей силу решение Назаровского городского суда 28.12.22.5.17 внесение изменений и дополнений в решение Назаровского городского суда Совета депутатов о создании административной комиссии города Назарова. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Советская Причалова» и размещению на официальном сайте города Назарова и сети интернет. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по законности и защите прав граждан Лукьянова и первого заместителя Гендера. Настоящее решение вступает в законную силу на следующий день закрытое опубликование. Это приведение в соответствие, поэтому буквально завтра мы планируем создать эту комиссию, потому что есть вопросы, которые необходимо немедленно решать, чтобы эта комиссия работала в городе. Коллеги, ну еще, значит, разъясняю, что теперь компетенции немного изменены, и комиссии создаются исполнительно-распорядительным органом муниципального образования. Поэтому необходимо отменить наше решение, и уже в связи с изменением законодательства уже немного будет другая процедура. Мы понимаем, что работа административной комиссии очень важна для как раз нашего муниципального образования, и поэтому сегодня в повестку этот вопрос был внесен. Какие замечания, предложения, размышления, вопросы к докладчику? Ну, то есть, Евгений, теперь будет распоряжение? Теперь распоряжение будет за подписью главы города на период его действия. А функционал не изменился? Не расширен? Нет.